сделала видео, которое неудобно, телефон у меня расположен. Вот сейчас вам трубы тоже здесь. Вот посмотрите, какой здесь рай кирпича. Церковь из кирпича, муниципио, так называемое, из кирпича. Это все из кирпича. Посмотрите, да, скобы я вам показала. Наша вот эта фигня тоже с нашими линиями. Все из кирпича, но посмотрите, как наши линии, да, обозначены классно, да? Вот. Это. И вот эти дырки непонятные. Вот еще раз показываю скобу, которая прободная. Вот как вот мне объяснить там кое-кто. Как вот это вот сделали ее. Сунули в кирпич. А тут вообще тоже исчезает в кирпиче. Ребятушки, я надеюсь, что... Ну, я ему уже сказала, слушай, это будет сегодня пробное. Мы сюда обязательно вернемся. Но завтра будет он работать. Без перерыва. Но завтра он меня не смотрит. Ребята, слушайте, вот такое место... которое можно приехать только на машине практически. Ну, это вообще... Но здесь мне работы... Ой-ой-ой. Просто, просто. Если его, знаете, выйти с города и прийти сюда, то... Слушайте, мы с ним посмотрели уже 3 минеры, которые можно съездить, да? Но они все закрыты, потому что они все там на 2000 метров расположены. Вот, и поэтому они все закрыты до весны. Так... Ну чё, сейчас вам еще покажу мортиров, да? Обязательно, ведь посмотрите, какое растение, да, обязательно наше это, зигзаг. Ну вот наши мортиры, вот, как обычно. Смотрю на предмет жижи. Жижи нет, но есть постамент из гранита. Вот. Но опять же говорю, что я вам уже говорила эту тему. Лена мне все время говорит, чтобы я не трогала эту тему, а то меня заблокируют, что как они имеют... Право вообще. Ладно. Ну, по своим вот этим вот именно во Вторую мировую войну. Вот посмотрите трубы роста, как хорошо видны. Посмотрите. Да, посмотрите. Видите? Посмотрите. Так. Посмотрите. Так, да. И поглядите. И при этом все с камнем. Получается, все и с камнем тоже. То есть он тоже под такое чувство, что он тоже, ребята, вырос все вместе. Потому что, посмотрите, именно в этом месте камень вот делает вот такую штуку. Такую выпуклость, да, посмотрите. Именно там, где... Посмотрите, кстати, здесь тоже, кстати. Там, где штука роста, видите? Ребятушки, вы знаете, как я работаю. Может быть, я не успею много снять, но зато я вам вот эти детали такие. Но я люблю вот это. Я сама, сами знаете, я люблю вот это вот на деталях оставлять внимание свое. Ух ты, там какие. Какой там арка какая. Посмотрите, я сначала не видела это. Посмотрите, посмотрите, двойная арка. Все в нашем стиле. Посмотрите, двойные эти штуки, посмотрите. Ну, туда мы зайдем, надеюсь, 2 часа. Вот. Сейчас я покажу вам кое-что. Посмотрите, да? Я показала вам видео, видите, как стена идет, да? И посмотрите, тоже все, видите, отверстие. Вот. Вот прям видно тут, как этот рост. Посмотрите, видите, труба роста. Видите? И посмотрите, именно опять же в этом месте камень, посмотрите, да? Гранит, посмотрите, как, да? Делает складочку, да? Вот такую. Вот это вообще, ну, это так надо тогда строить, это такой уровень мастерства, строительства, что ой-ой-ой, правильно? Вот, и тут, смотрите, вот опять зигзагивость, типа восьмерки, да? Так, ну, здание я вот само не буду сейчас рассматривать, почему? Потому что таких я очень много рассмотрела, поэтому мы сначала пойдем в более интересные места. Ну, вот это вот как будто жижа, да, вот посмотрите, посмотрите. Да? Ненормальный камень это. Ненормальный. А жижевый. Видите? Знаете? И там, видите, там ящичек такой туда, что идет. Видите? Камень с жижей. Да-да-да. Хочу сказать. Видите? Посмотрите. Вот так вот. Вот, ну что, вот это такое, видите, какой туман, да? Но все равно красиво, блин, просто. Ребята, сама Алье это, мы вообще смеялись, вот само Алье это просто непередаваемо мелкая вообще штучка. Просто какая-то маленькая деревенька, да, хотя там очень много всяких штучек-дрючек. Вот, но вот такой вот кастелло, вот такой огромный кастелло в такой маленькой деревушке, это вообще удивительно, удивительно. Понимаете?
Да почище, извините меня, там палаццо Мадама, блин, вот эта штука. И вот посмотрите, куда вот идет, видите, под низ. Идет под низ, видите, вообще. Арочная система, да еще и, смотрите, двойное углубление, да, кстати. Ой, как я же здесь балдею, это вообще. Посмотрите, стена наша тут. Видите, как трубы роста видны? Я прям вижу все отсеки. Какой вот заворот, да? Какая волна делается заворот? Это вообще. Так, здесь, знаете, это из-за того, что туман, да, нужно все время тыкать это. А посмотрите, там что за башня-то у нас? Что за башня, да? Так, сейчас пойду, я посмотрю, что за башня. Посмотрите, какая башня. Туда же наверху лестница идет, посмотрите. Посмотрите. Нет, это вот это не зубцы, это трубы роста, ребятушки. Видите? Смотрите, сколько наших линий, да? И это кирпич, ребят, это просто офигеть. Здесь вибрационная просто составляющая. Хочу показать вам. Дом, посмотрите, какой кривой, да? Посмотрите, как он наклонен. И вот там вторая башня, но мне сейчас ее не снять. Ладно, пойдем вниз. Постепенно. Да, домик странный. Мы его потом заснимем. Сейчас я хочу посмотреть, что с этой стороны. Посмотрите, даже деревянные то, да, смотрите, даже деревянные и то, да, посмотрите, сделали шишечки, да? Видите, это не шишечки, это артишок, я вам уже сказала. Не гипофиз, а артишок это. Вот опять, посмотрите, наши трубы роста, да? И посмотрите, с гранит. Даже гранит, как грибочек, посмотрите, да, посмотрите, да? Гранит, вот кирпич, да, видите, как. И вот гранит, вот как грибочек, видите, выступает, как шапочка. С одной и с другой стороны. Это что надо вот так построить, да? Чтобы вот именно в том месте, где, видите, где такая незаметная, видите? Незаметная такая колонна, труба роста. От роста к росту, видите, да? Он и кирпич, и гранит именно тоже отходил, да? Посмотрите. Видите? Так, сейчас мы все здесь обойдем, и до 2 часов как раз вот, давайте посмотрим, что там. Смотрите опять, да? Смотрите. Да, там есть канал. Канал. Вот, тут у нас, наверное, арки выходят, я так понимаю, потому что на том же месте то же самое, вот видите, как бы вторая стена. Сейчас посмотрим. Хорошо, что я пошла в сапогах. Посмотрите, какое оно, да? Посмотрите. Это трубы эти наши. Видите, как узник замка Ив. Идем вот по стене, идем. Посмотрим, что там есть. Я посмотрю, какой тут парк. Видите? Ну, туда пока нам нельзя. И посмотрите, и дальше идет стена, ребятушки. Ну как, что я требовала заказать? Кстати, я сегодня фотографию поставлю в коммунити. Он меня там сфотографировал, когда он был более, чем я наверху. А я стояла на дороге, и сразу от меня видно, просто с его стороны видно, насколько и на какой я стою не на дороге, а именно на стене. Вот как я, это мои доказательства того, что все стены. И дороги это расстояние между двумя стенами. И вот на моей этой фотке, которую он сделал, так, видно классно. Я вам обязательно сегодня ее поставлю в коммунити. Ну, в сообществе. Ой, тут вообще такой фалаш, но солнца нет.
И тут вообще, посмотрите, вымощенность, но очень удобная, кстати, дорога. Посмотрите, посмотрите, я вот сейчас только что какую-то ямку. Я говорю, что когда снимается хоть один камень, видите, тут гранит, ой, гранит, кирпич. Хоть, вот когда вот эта галька, вот хоть снимается один камень, сразу образуется такая ямка, что нога сразу подворачивается, между прочим. Вот, поэтому как бы... Опять видите, как вчера отростки на дереве, опять вот посмотрите, да, посмотрите, видите, как эти, видите, вот, ну что, идем вниз, видите, вот эта вот галька, видите, вот здесь, вот я говорю, что вот где нету ее, вот здесь, вот видите, вот смотрите, видите, получается, как будто я падаю в какую-то яму, видите, посмотрите, да, вот, а по ней иду. Я чувствую эти камни большие, ребятушки. Но как только, если нету камня... Представляете, то есть я к чему говорю, какие они большие. Видите, как трубы роста видны? Отлично. Просто. Ну, тем, кто не верит. Да и не поверит все равно, да, скажет. Да, пошла ты со своими трубами роста заколебала. Но все равно прикольно. Все равно есть у меня люди, которые мне доверяют. Вот посмотрите, да, опять же, интересно. Вот, вот видите, вот сейчас я ступила, но вы не увидели, но вы почувствовали по камере, что я просто это, яму. Вот один камень снять, и как будто уже яма. Забор очень интересный, да? Давайте посмотрим, что за шарики. Ну, вроде шарики ничего такого нету. Ну, интересно, интересно. Тут, видите, все, идет стена, стена. Я боюсь просто тут, блин, потому что под листьями не видно. Где снят камень, а я вам говорю, что неприятно. Так, я сейчас пока здесь пойду, потому что я хочу сейчас снять вам фасад. Так, но это нужно, ребятушки, поближе снимать. Я вам так только покажу, что оно есть. Ничего, там каналы такие, что ой-ой-ой, сейчас увидите каналы. Здесь вообще по всей... Вот что здесь интересно, вы знаете, что я вообще больная на каналы. Ребята, сейчас такое, сейчас будет такое. Сейчас такое будет, вы сейчас офигеете. Ребята, офигеть просто. Это, там такие каналы в Алье в самом. И вот тут тоже рядом протекает. Просто такой бурный. Посмотрите, какая прелесть. Какая прелесть вообще. Какие колонны, да? Все из гранита. Ребята, я включаю новое видео, потому что хочу, чтобы вы сейчас вместе со мной просто офигели, что там такое. А подождите. Сейчас, а может быть я ошибаюсь? Подождите. Посмотрите, какая дорога, да? Куда идет? Посмотрите. Так, ладно, я включаю новое видео.